Так, доброе утро, ребятки. Что у нас происходит? Есть. Так, надо не забыть запись. Есть. Все. Добрейшее утречко. Ну, ждем немножечко. Будет подключаться. Давайте для начала просто присядем. В удобную позу. И немножечко активируем. Давайте начнем сегодня с активации. Ну, вот что можно, что нам самое важное, это мозг включить, да, утром. Давайте вот так виски погладили пальчиками вверх-вниз, вперед-назад. Так можно круговые движения поделать. Жевательные мышцы. Пока все подключаются, кто уже включился, бонус. О, Оля, привет. Вот я что-то вижу. Угу. Погладили, разогрели вот область затылка и подзатылка. Угу. Хорошо. Еще раз виски. И теперь лоб и затылок растираем. Угу. Хорошо. Шею вот так. Раз, два. Раз, два, раз. Немножечко включаемся. Хорошо. Вот, почувствуйте сейчас разницу. Давайте еще ушки. Ушки. Есть. Угу. Потянули вверх, в стороны, вниз. И нам надо вверх, последнее движение вверх, нам надо энергию. Оля, я уже позанималась. Да, поздоровались, Оля. Очень, очень рад, что ты. Да, приготовьте, у кого есть чай, вот как мы на медитации, когда был марафон. Все, немножечко можно, чуть-чуть взбодрились. Давайте еще область глаз прижали. Прямо придавили глазные яблоки немножечко и отпустили. Угу. Сейчас зрение восстановится. Хорошо. И теперь мы глазками начинаем не смотреть, то есть мы не управляем этим зрением, а вот сделайте так, чтобы взгляд сам, внимание само выбирало. Вот вы идите за ним. Какие-то объекты. То есть мы сейчас зрительный канал наполним вниманием. То есть поперебирайте какие-то объекты. И вот прямо отчетливо почувствуйте, что сейчас внимание в зрении. Остальное у нас периферическое восприятие. Остальное мы слышим, чувствуем. Хорошо. Теперь переключились, не закрывая глаза, на слух. Или глаза такие полуприкрытые, как у Будды на картинках. На слух. И слушаем пространство, которое мы сейчас наблюдали. Где мы находимся? Вот осознайте вот эти моменты, что я сейчас здесь. И от слуха мы переходим в ощущения. И вот я сейчас здесь и чувствую это. Вот почувствуйте, что сейчас происходит. Телесные ощущения. То есть тело нам всегда дает поток целый ощущений. Теперь, если есть чай, представляем или вдыхаем аромат, воображаемый или вот такой, как у меня. Чувствуем вкус.
То есть максимальное количество каналов восприятия, рецепторов подключаем. Хорошо. И теперь из таза мягенько вырастаем вверх. На вдохе, на выдохе стекаем в седалищные бугры. Берем ладошку одну, кладем на живот, вторую на грудную клетку. И начинаем дышать полным дыханием. Живот и грудная клетка. Выдох. Все отпускаем. Вдох. Выдох. Давайте отдельно живот, вдох. Выдох. Я знаю, не у всех это может получаться. Нам нужно мягкую стенку живота, диафрагмы продавливать вниз. Выдох. Теперь ребрышки. Чуть придавили их. Чуть-чуть придавили. И дышим реберными дугами. Вот видите, расширяется. Вот добейтесь такого. Вдох. Выдох. Хорошо. И верхняя часть. Добейтесь так, чтобы такого ощущения, что ладошка приподнимается. Вот заметно? Теперь все вместе. Живот, ребра, ключицы. Хорошо, молодцы. И поднимаемся. Поднимаемся вверх на коврике. Продолжаем то же самое. Живот, ребра, ключицы. Вот плавно перешли мы в позицию стоя. Добавляем теперь дыхание уджайи. Уджайи нам будет нужно всю практику. Помним про звуки со, хам, чтобы у нас внимание всегда было здесь. И со, это у нас вдох, ручки вверх, пошли на носочках, поднимаемся. Хам, выдох. Все, больше про со, хам не напоминаю. Как вспомнили про дыхание? Сохам. Уджайи. Вдох. Выдох. Руки перед собой. Вдох. В мягкий прогиб. Проворачиваем плечи. Провернули. Теперь провернулись. Чуть-чуть в грудном отделе. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Молодцы. Руки в стороны раскрываем. Ладошками к небу. Вдох. Лопатками проталкиваем грудное отдело. Выдох. Поясница зафиксирована. В пояснице не прогибаемся. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Ножки чуть пошире. Правая рука вверх. Вдох. Левой тянемся вниз. Выдох. Вдох. Натягиваем бока, выдох. Поглубже пошли, вдох. Рука над головой. Выдох. И еще левая, вдох. Выдох. И еще вдох. Выдох.
Вдох. Выдох. Ладошки замочком кладем на крестец. Толкаем вперед таз. Вдох. Опускаемся, проворачиваемся тазобедренных. Опускаемся вниз. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Вытягиваем ручки за спиной. Выдох. Запястный захват. Запястье натянули. Вдох. Второе запястье захватили. Вытянулись. Выдох. Вдох. Толкнули. Выдох. Хорошо. Ручки разомнем конечности. То есть запускаем сюда энергию. Давайте вот так волной. Волной поделали. В одну сторону, в другую сторону. Угу. Ладошками толкнули пространство вперед. Пальцы вверх-вниз. Вверх-вниз. Вверх-вниз, вверх-вниз. Покрутили в одну сторону, в другую сторону. Угу. Покрутили в локтях теперь. В одну сторону, в другую сторону. Угу. Хорошо, встряхнули. Теперь вот это важное место, где у нас ключицы, плечи, лопатки. Провернули. Вдох, выдох. Вдох. Вся спина работает. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вперед. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. По очереди. Раз, два. Вот. Плечики. Плечевая вот эта зона. Плечевой пояс. В другую сторону очень важен. Много очень лимфоузелков. Все активируется. И соединение вот это с шеей. Основные у нас тут пучки вен, артерий и нервов вот за ключицами идут. Давайте ключицы, плечи подняли. Выдох. И теперь вдохнули. И на вдохе плечевую помпу делаем. Щеки надули. Да вдохнули. Резко выдохнули. Еще раз плечевая помпа. Вдох. Щеки надули. Да вдох. Отлично. Раскрыли здесь. Теперь вот это место, живот. Давайте его сделаем йоговским способом. На коленочки встали вот так. И 5 пустых удиян. Вдох и выдох. Вот таких. Значит, продолжающие делают вот так. Первый раз втянули, второй раз. Агнисардхаути. Третий раз. Навали. Это продолжающее. Остальные просто втягивание живота. Поехали. Вдох. Втянули. Вдох. Втянули. Вдох. Третий раз. Втянули. Вдох. Четвертый раз. Втянули. Вдох. Пятый раз. Втянули.
Руки через стороны, выдох. И выдох. Дальше спускаемся вниз. То есть мы проработали вот вверх. Теперь тазобедренные в одну сторону. Два, три, четыре. Второй. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Угу. Стряхнули ножки. Посгибали колено. Вот мне нравится, давайте так. Согнули, ударили пяткой в ягодицу. Пробуем попасть пяточкой в ягодицу. Ага, хорошо. И ступни покачались вверх-вниз. Вверх-вниз. То есть у нас такая получается полноценная сукшма-вьяяма. Суставная гимнастика. На ребра встали, внешние, внутренние, внешние, внутренние. Почувствуйте разницу, как меняется ощущение своего тела, ощущение психоэмоциональные, какие-то моменты меняются, насколько ум успокаивается. Хорошо, теперь пальцы вверх, веером вниз сжали, веером растопырили. Особенно мизинец и большой палец, у кого уже есть отклонение, сжали, растопырили, сжали, растопырили, сжали. И вот мое любимое упражнение. Обязательно ножки нужно вот пройтись по коврику, сжимая, поджимая под себя. По коврику идите, поджимая под себя. Видно? Пяточку, пронося вперед. Вот такое движение. Видите? Идем, идем, идем. Развернулись. Хорошо. Тряхнули. Постучали пяточками. И покрутились. Макушечкой ввинчиваемся в небо. Вырастаем. Макушкой вырастаем. Вверх, потолок. Вот. И у нас еще шея осталась, да? Я шею. Давайте мы ее толкнем. Голову толкнем ладошками вперед. Сопротивляемся, вдох, выдох, сопротивляемся, вдох, выдох, лоб, толкаем, вдох, выдох, вдох, выдох, висок толкаем, вдох, выдох, вдох, выдох, другой висок, вдох, выдох, вдох. Выдох. Опустили все. Почувствовали голову, шею, плечи, спину. Опустили голову. Выдох. Назад. Отвели. Вдох. Привели. Отвели. Угу. Вдох. Выдох. Повороты. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Наклоны. В одну сторону. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Опустили голову вниз и мягенько по кругу. Раз. Два. Три. Руки на пояс. Другую сторону. Раз. Два. Три. И начинаем еще тазом круговые движения. В одну сторону.
другую. Начало коврика, ножки вместе, руки перед грудью. Сегодня будет вариация смесь там бихарской школы, Шивананды и Хиренда Кришнамачарья. Это учитель того же Потапи Джойса, Айенгара. Поехали. Три дыхания. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Ручки вниз, через стороны вверх. Вдох. Наклон, выдох. Правая нога, отшагнули, вдох, колено вниз. Выдох, планка. Из планки вдох. Ой, сорока головы вниз. Выдох. Колени вниз, вдох. Прогиб. Выдох, планка. Опустились на живот. Чуть вытянули живот, ребрышки поставили, вдох. Осознали новое положение. Выдох. Собака головы вниз. Правой ножкой вперед, вдох. Помним дыхание уджайи. И помним про втягивание живота. Выдох. Вот здесь можно втянуть живот. Руки через стороны вверх, вдох. Выдох. Вдох. Руки через стороны вверх. Выдох. Наклон. Левой ногой отшагнули. Вдох. Колено в пол. Собака головой вниз. Выдох. Колени в пол. Вдох. Прогиб. Выдох. Планка. И плавно опустились. Вдох. На ребра упираемся. Прогнулись. Лобковой косточкой упираемся в пол. Выдох. Собака головой вниз. Левой ногой вперед. Вдох. Колено вниз. Выдох. Собака головой вниз. Вот. Наклон вниз, живот втянули, вдох, вытянули теперь живот, и грудную клетку, выдох, второй круг, вдох, выдох, правой ногой отшагнули, вдох, руки вверх, прямая нога сзади, выдох. Правая рука вниз, левая вверх. Вдох. Выдох. Левая рука вниз, правая вверх. Вдох. Выдох, планка. В планке вдох. Выдох. Колени, грудная клетка и подбородок. Таз наверху. 8 точек осознали. Таз вниз, в кобру ушли, вдох. Видите, сколько разных асан можно встраивать, выдох, последовательность. Правая нога вперед, вдох. Ручки вверх. Выдох, наклон. Втянули живот. Вдох, ручки через стороны вверх. Выдох. Вниз. Вдох. Выдох, наклон. Левая нога назад, вдох. Левая рука вниз, выдох. Вдох. Поменяли.
Левая рука вверх, теперь выдох. Вдох. Планка. Выдох. Планки, вдох. Опускаемся к колени, грудная клетка, подбородок, выдох. Таз вниз, макушка вверх, вдох. Собака головой вниз, выдох. Тянули живот. Левой ногой шагнули, вдох. Выдох. Наклон. Руки через стороны вверх, вдох. И через стороны вниз, выдох. Второй круг. Ну, третий давайте такой еще тоже разминочный. Четвертый будет интересный. Внимательно. Руки через стороны вверх. Вдох. То есть сейчас вариации тут различные. Выдох. Правой ногой ушли назад. Вдох. Поднимаемся. Выдох. Руки через стороны вверх. Вдох. Опускаемся коленом вниз, выдох, руки вниз, колено внизу. Теперь видно, что колено внизу. Угу. Теперь правая рука внизу, левая вверх, вдох. Выдох. Левая внизу, правая вверх, вдох. Выдох. Теперь развернули плечи назад. И попробовали двумя пальцами коснуться пола. Вдох. Отлично. Выдох. Отшагнули. Планку. Вдох. Опустились на 8 точек. Выдох. Таз вниз, макушка вверх. Вдох. Собака головой вниз. Выдох. Тянули живот. Правой ногой шагнули. Вдох. Наклон. Выдох. Ручки через стороны вверх. Вдох. И через стороны вниз. Выдох. Ну как, жарко становится? Руки через стороны вверх. Вдох. На вторую ножку. Наклон, выдох. Левой ногой отшагнули, вдох. Зафиксировали широкий шаг. Выдох, приподнялись. Руки через стороны вверх, вдох. Опускаемся вниз, колено вниз, выдох. Левая рука вниз, вдох. Выдох. Правая рука вниз, вдох. Вытянули бок, выдох. Теперь плечики развернули. Обе ручки вниз, вдох. Выдох. Планка. Планки, вдох. На 8 точек, выдох. Кобра, вдох. Собака головой вниз, выдох. Тянули живот. Левая нога вперед, вдох. Выдох, наклон. Ручки через стороны вверх. Вдох. Выдох. Сейчас будет вариация с, ну, какое-то время нужно будет на одной ноге стоять. Смотрите по возможностям своим и делайте то, что, ну, получится, да? Давайте начнем. Вдох. Наклон, выдох. Правая нога вверх,
Вдох, посмотрели. Вперед. Ушли вниз, выдох. Нога осталась. Левая рука внизу. Левая рука внизу, правая рука вверх. Развернули таз, вдох. Артха Чандрасана. Выдох. Рука над головой, вдох. Артха Чандрасана. Выдох, опустили руку вниз, правую. Левую вверх подняли. Паривритта. Вдох. Скрученный вариант. Выдох. Руки на колени. Вдох. Вирабхадрасана 3. Руки вперед. Выдох. Вдох. Опускаемся. Выдох. Широкий шаг. Ручки через стороны вверх. Вдох. Вот все просто. Планка нижняя, выдох, четранга, собака головой вверх, вдох, собака головой вниз, выдох, правой ногой вперед шагнули, вдох, левой вверх махнули, выдох, в наклон ушли. Посмотрели вперед, вдох. И ушли в наклон двумя ногами, выдох. Руки через стороны вверх, вдох. И через стороны вниз, выдох. Это одна половинка была. Вторая, вдох. О, выдох. Пальцами упираемся, левой ногой вверх, вдох. Смотрим вперед. Берем себя за пяточку, правой рукой выдох, вниз наклонились. Теперь правая рука внизу, левая вверху. Развернули тело, вдох. Ногу выше. Смотрим вниз, выдох, рука над затылком. Угу. Левая рука вниз, правая вверх, вдох. Развернулись. Выдох. Рука на колени. Вирабхадрасана 3. Ласточка. Вдох. Выдох. Зафиксировали. Вирабхадрасана 1. Вдох. Нижняя планка. Выдох. Собака головой вверх. Вдох. Собака головой вниз. Выдох. Левой ногой вперед шагнули. Вдох. Наклон. Выдох. Руки через стороны вверх. Вдох. И через стороны вниз. Выдох. Давайте пятый круг сделаем. Кто еще может? Вдох. Наклон, выдох. Посмотрели вперед, вдох. Отшагнули двумя ногами в нижнюю планку, выдох. Вдох, собака головой вверх. Собака головой вниз. Выдох. Три дыхания, вдох. Голова висит, выдох. Втянули живот. Вдох. Выдох. Втянули живот. Вдох. Выдох. Втянули живот. Правая нога вверх. Вдох. Шагнули вперед. Выдох. Колено вниз. Правая нога чуть-чуть в сторону. Вдох. Вытянулись. Выдох. Наклонились. Вдох. Поднялись. Выдох. Теперь правой рукой дотянулись до ножки сзади. Вдох. Натянули на себя носочек. Выдох.
Левой рукой дотянулись. Вдох. Выдох. Теперь отодвинули таз назад. Вытянулись вдоль правой ноги. Вдох. Ушли в наклон. Выдох. Хорошо. Отшагнули. Вдох. Пятки вниз, выдох. Левая нога вверх, вдох. Шагнули вперед. Выдох, колено внизу. Колено чуть в сторону отвели, вдох. Вытянулись. Выдох, опустились куда получается. Вдох. Выдох, приподнялись, левая, правая рука внизу. Левый захватили, вдох. Ножку дотянули, выдох. Поменяли, вдох. Натянули, выдох. Вдох. И вытянулись вдоль левой ноги, выдох. Вдох. Отшагнули назад, выдох, в кошку, в кошке вдох, выдох, прогиб, ой, антипрогиб, прогиб, вдох, выдох, вдох, выдох, хорошо, перекрещиваем ножки, встаем в позу стола. Вдох. И в упор переходим. Выдох. Таз между ладошек. Таз вверх. Вдох. Таз вниз. Выдох. Таз вверх. Вдох. Таз вниз. Выдох. Таз вверх. Вдох. Пятки. Таз к пяткам. Выдох. Остались тут. Вдох, выдох, перешли в халасану, вдох, руки, ножки вверх, руки за головой, ноги за голову, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, легли на спинку. Руки вверх, ножки вверх подросли. Потрясли, 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 потрясли. Ноги согнули, ладошки под затылком покрутили тазом. Вкручиваем крестец в пол. И плечи чуть приподняли. В плечевом поясе тоже грудной отдел прокручиваем. Хорошо, теперь поставили стопы возле таза. Руки за головой, таз вверх, вдох. Таз вниз, выдох, посмотрели вперед. Таз вверх, вдох. Таз вниз, выдох, посмотрели вперед. Потянулись руками. Таз вверх, вдох. Таз вниз, выдох. Взяли себя под колени. Сели. И завершающий вдох. Выдох. Легли на поясницу, вдох. Выдох. Ноги опустили. Потянулись пальцами рук и головой, вдох. Вверх. Выдох. И вытянули поясничку, взяли себя за бедра, легли в шавасану. Сделали три глубоких вдоха и длинных выдоха, как вздохи облегчения.
И еще сделайте 6 дыханий с вытягиванием выдоха, с мягким вытягиванием выдоха. Хорошо, кто сделал, мягко можно присесть. Вот. На сегодня мы закончили. Благодарю вас, благодарю. Завтра поделитесь своим ощущением. Сегодня было, ну скажем так, чуть больше асан, чем стандартный Сурья Намаскар. Стандартный Сурья Намаскар — это 12 асан. И если вообще уйти еще в пропевание мантр, то там еще 12 мантр. Я сегодня, наверное, в чатике кину какие-то мантры. Ну так, для общего ознакомления, я мантры в таком аспекте не использую. То есть там идет на каждое движение произнесение мантры. Вот. Не все школы это используют. Ну, у меня не прижилось пропевание мантр. Все, всем хорошего дня. Делитесь видео с друзьями. Прощаюсь пока. Спасибо за участие. Так, почитаю ВКонтакте. Лия жила, молодец. Оля посмотрела. Ага, все. Все, всех обнял.